Сразу 6 студентов из Хакасии вышли в финальный этап национального чемпионата «Молодые профессионалы». Как отмечают в Министерстве образования и науки республики, 2020 год стал безо всякого преувеличения триумфальным. Хакасия вошла в пятерку сильнейших регионов. Никогда прежде на всероссийский уровень не пробивалось только наших ребят. Они продемонстрировали отличные знания и навыки в 6 компетенциях. Веб-дизайн и разработка, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, кузовной ремонт, программное решение для бизнеса и рекрутер. Их видят работодатели. У нас очень много на региональном этапе участвуют оценки экспертами, являются работодатели. Они видят, они приглашают. Вот даже на Сахалине, когда мы были, у нас выпускник Хакасского политехнического колледжа там сразу получил предложение на работу. Ну, сказал, из Хакасии не уеду. И вернулся в Хакасию, работает здесь. Поэтому, конечно, участие в чемпионате – это еще и понимание того, что ты правильно сделал выбор. И показать свое мастерство, что ты умеешь, на что ты способен.